Семейная любовь – самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств человека. Когда в семье все едины, и каждый поддерживает того, кто рядом, являя свою любовь и заботу, несмотря ни на что, такая семья сможет сохранить мир и радость на протяжении всей жизни. И поверьте, с Богом это возможно. Они сегодня пригласили нас в гости, и вот вся чудесная семья в сборе сегодня. Все детишки здесь, и мама с папой тоже. И вот в такой предрождественский час мы собрались вместе, чтобы поговорить о том, что для вас есть Рождество, какие у вас есть семейные традиции. И будем вместе наряжать елку сегодня. Но для начала, прежде чем мы приступим к этому, да, детишки, они уже, я вижу, что ждут и очень-очень этого хотят. Дима, смотри. Дмитрий, Ольга, поделитесь, пожалуйста, как проводите это предрождественское время? В основном, на самом деле, много очень работаем. Много работаем. Поэтому тяжело, на самом деле, собираться там всем вместе и прям вот готовиться к Рождеству, но мы все равно стараемся. Mm-hmm. Вот. Дети у нас еще маленькие, они толком еще не знают, да, всего о Рождестве, но мы им показываем мультики, мы читаем вместе Библию, рассказываем о Рождестве, да, Лесь, про Иисуса, про малыша. Тем более у нас есть вот маленький малыш, и они вот все время говорят... Для них это понятно. Для них это понятно. Я говорю, да, вот Мария родила малыша. Я говорю, как малыша звали? Они говорят, Мишаня. Я говорю, нет, Иисус. Почти угадала, да? Я говорю, Иисус его звали, а не Мишаня. Вот. Олесечка, а твоя самая какая любимая история в Библии? Можешь рассказать? Какая больше всего тебе нравится? О ком? Про кого? Про слона. Про слона. Наверное, она имеет в виду историю Ноева ковчега. Или сотворение. Или сотворение мира. Да, сотворение, там большой слон. Дим, я понимаю, что вот у вас семья молодая совсем, да? Насколько я знаю, вы вместе 5 лет, да? Сколько вы вместе? Ну да, вот где-то примерно 5 лет у нас было пятилетие в сентябре, да, буквально мы отмечали. Угу. Да, и семья молодая, и вот для нас там такой период, что вот Олеся, Дима, вот были, вот как раз в этом году у нас прибавление, да, вот как раз Мишаня, да, и забрали Андрея, и теперь вот такой интересный у нас период, да, и со старшим знакомимся, как-то привыкаем, и с младшим, да? Привыкаем, да, он к нам, и с Мишаней снова, и, ну и вообще в качестве многодетной такой семьи, угу. Четверо детей, это все-таки не один, не два. Да. Да. А расскажите, пожалуйста, в какую церковь вы ходите, и, может быть, какие еще дополнительные служения у вас проходят, ну или у вас дома, возможно, тоже приходят, собираются семьи, или вы как-то встречаетесь? Да, мы члены церкви «Утренняя звезда», мы собираемся здесь в поселке Понтонном. Ну, вот, пастор у нас Дьяченко Олег Анатольевич. Ну, вот, я сам сейчас на диаконском служении. Вот, являюсь лидером домашней группы. Мы собираемся в городе Колпино. У нас проходит там домашняя группа. Мы общаемся, разбираем слово Божие. То есть там как-то молимся друг за друга, формируемся. Вот, для нас домашняя группа — это как среди вот сейчас такого времени беготни, суеты, много дел, забот, то есть всего этого для нас домашняя группа — это как оазис. Мы собираемся, да, там, да, и мы можем вместе просто пообщаться, помолиться. И для нас это, конечно, так, ну, хорошее, доброе время. Хотела вас спросить, такое предрождественское время, когда каждый стремится делать добро. Конечно, мы понимаем, что не только в предрождественские дни это нужно делать, да, служить друг другу, служить своей семье, служить своим близким. Но я хотела вас спросить, за что больше всего вы благодарны Господу? За спасение, конечно. За спасение в жизни просто нашей. За то, что мы живем с Богом, за то, что Он есть у нас. Я просто, не знаю, я не представляю сейчас своей жизни без Бога. Вообще. Я не знаю, как многодетные семьи живут без Бога. Для меня это вообще просто странно. Мы не с детства верующие. Мы уверовали... Я уверовала в 28 лет. То есть я верила, да, в Бога там с детства, все, но как бы... так, ходила в православную церковь. Сейчас мы идем елочку. Серьезно, уверовали. Хорошо. Уже позже, конечно.
Вот, и стали посещать нашу церковь, вот, «Утренняя звезда». И тогда, конечно, вот, именно покаяние такое пришло мне 28 лет, сейчас мне 36, 8 лет назад. И, ну, вся жизнь, конечно, поменялась. Да, Господь — это все просто для нас. Просто настолько много суеты, столько много дел, трудностей, и Бог просто в этом всем является таким стержнем для нас, и радостью, и счастьем всем. Здорово. Все, что мы сегодня имеем, вот реально все, что мы сегодня имеем, это благодаря Богу, только Его милости, потому что столько раз это подтверждалось, что именно это Господь, да, и у нас на самом деле такой жизненный путь-то, ну, непростой, да, что мы к Богу не от хорошей жизни пришли, то есть у нас, что у супруга, что я, жили не очень хорошей жизнью такой, да, вот, не будем в подробности, да, все, но вот и поэтому нам есть за что Христа благодарить, да, за Его милость там. Да, даже вот рождение детей — это одно из таких тоже чудес, что, ну, как бы величие Божие, потому что когда была Оля беременна Олесей, вот, и ей, она поехала, она сама с Выборга. Вот она поехала в Выборг к врачу, и ей сказали, что у нее внематочная беременность, и должны были ей прооперировать, и все там, все вырезать, как бы, да, и, ну, как бы, с прошлой жизнью, то есть если бы ей так сделали, ну, все, мы бы не могли больше иметь детей вообще никогда. Вот, и я был на работе, и мне Ольга позвонила, сказала об этом, говорит, могут меня прямо сейчас положить в больницу, и все это... Ну, собственно, сделать. Ну, вот, и на что сказал, что нет, давай. Такой шаг веры, да? Да, собирайся, был. Езжай домой. Вот. Сказали в церкви, чтобы все молились. Олька приехала домой, церковь молилась. Вот, и мы начали искать какие-то выходы, там, по всяким институтам звонить, везде, где что. Но везде было одно слово, что приезжайте, надо все вырезать, все чистить и все. И вот, и мы тогда, ну, как бы, помолились, да, и нам одни сказали, что, ну, давайте съездите, сделайте еще платное УЗИ, да, если там будет подтверждение, оттуда вызовите скорую. Ну, вот, мы помолились, я взял супругу, мы поехали, сделали платное УЗИ, нам врач вышел, сказал, что у нас хорошая, нормальная беременность. Это чудо. Да, да, это реально было чудо такое в нашей жизни. Вот. И после этого теперь мы начали плодиться и размножаться, да. После этого у нас еще родился, да, Дима, Миша. То Причем есть, тоже незапланированные дети, мы не планировали там. Ну, Олесю мы ждали, конечно, первый ребенок. Дима у нас через 3 месяца. Ну, зачался после Олеси, тоже незапланированно, мы не ждали. Мишаню тоже, ну. Да, Мишань. Вообще, мы думали на работу, я думала, пойду, все нормально. Но действительно, просто... да, Божьи мысли, да, Господь, да, говорит, что мои мысли. Да. Это чудесно, ребята, вы классные, и правда, вот тот свет, который у вас, я правда очень рада тому, что вы вот так живете по вере, двигаетесь по вере, и Господь, я верю, что будет умножать и детей, и ваш дом расширять, ваше сердце, и так оно расширено, спасибо вам огромное, это действительно чудесная история. И чудесная история для наших телезрителей, что Господь творит вот такие великие, удивительные чудеса, когда кажется, что выхода нет, но у Господа Он есть всегда. В этой семье каждый важен и нужен. Дмитрий и Ольга, несмотря на большую занятость в работе и служении, стараются проводить с детьми как можно больше времени. Дети счастливы, ведь они знают, что любимы. Приумножая любовь в своих сердцах, они с радостью делятся этим с другими. Точно так же, как это делает наш Небесный Отец. Ну что, детишки, классная у нас елка получилась? Нравится вам? Или еще чего-то здесь не хватает? Да. Да? Ну, на самом деле, мы, конечно, пришли не с пустыми руками, тем более в Рождество. Мы приготовили вам вот такой небольшой подарок. Это рождественский вертеп, где изображен Иисус, Мария и Иосиф. И вот мы повесим его вот сюда, на елочку, да, на нашу, чтобы этот символ Рождества жил у вас в доме. Спасибо большое.
Каждый день Ольга и Дмитрий благодарят Бога за спасение, за чудеса, которыми Он наполнил их жизнь. Он и есть тот самый крепкий фундамент, благодаря которому можно устоять в любой шторм. Я хочу пожелать, на самом деле, всем, чтобы Рождество, оно было у всех в сердце, чтобы у тех, кого оно еще не состоялось, чтобы оно состоялось. Это Рождество, именно рождение этого маленького Иисуса, чтобы оно произошло, вот это рождение свыше, чтобы Господь, он всегда жил в твоем сердце. Рождество, да, вот это все-таки время чудес. Время чудес, да, то есть это реально чудеса, и поэтому хочу пожелать, чтобы люди Божии, да, семьи, не знаю, там, да, чтобы они в это время мечтали, открывали свои мечты Богу, вот, и чтобы эти мечты, они избывались, исполнялись, вот, и чтобы через это еще у них больше веры возрастала. Вот, хочется пожелать, чтобы в семье был мир, понимание всегда, чтобы те, кто мечтает о детях, чтобы были дети, потому что дети – это огромное благословение. Да, это радость неописуемая, да, ну вот, поэтому всех благ, благословений. С Рождеством!